До Нового года осталось 19 дней. Сегодня созданием праздничного настроения заняты буквально все предприниматели, не исключение. Их задача – красочно оформить фасады офисов и торговых точек. Наша съемочная группа побывала там, где праздничное убранство уже дарит радость людям. В парикмахерской Анны Пуртян поселилось настоящее чудо. Повсюду сияют гирлянды, горят разноцветными огнями, будто укутанные в снег елки. От искусственных кедровых лап и шишек словно и в самом деле пахнет лесом. Атмосферу праздника здесь создают ежегодно, опираются на собственные силы и фантазию. Эффект праздника мы, наверное, создаем, пытаемся каждому празднику создать, потому что это залог нашего настроения и залог настроения наших клиентов, естественно. То есть, если у них есть настроение, у нас есть настроение, правильно? Довольны клиенты, мы довольны. Это наша работа. Ну, как бы и самим в такой обстановке приятнее работать. Красиво украшенные магазины и салоны не только создают праздничную атмосферу. Новогодняя иллюминация привлекает больше клиентов, считают бизнесмены. Стараются девочки всегда сделать красиво и уютно, потому что приходят клиенты, им самим очень приятно, и они получают большое вдохновение, и им хочется приходить и приходить. Они всегда восхищаются вот убранством всем этим. Такого же мнения придерживаются и сами клиенты. Получать услуги в праздничной атмосфере приятнее вдвойне. Когда заходишь в какой-нибудь магазин, торговый центр, где уже гирлянды, новогодние елки стоят, подарки люди покупают. Вот с девчонками я сегодня пришла, у них прямо уже чувствуется Новый год. Внести свой вклад в создание праздничного настроения всем предпринимателям предложили месяц назад. За это время многие бизнесмены уже украсили свои офисы. Присоединиться к ним могут жители города и украсить окна своих квартир. Мария Федорчук, Татьяна Стафеева, Гарник Маргарян, служба новостей «Импульс».